Добрый день! Сегодня у нас на повестке дня занятие на тему «Становление репродуктивной функции девочек». Тема эта, конечно, серьезная, но я постараюсь рассказывать так, чтобы было понятно даже самым юным зрителям. Ну, пожалуй, начнем. Достанем все необходимое и постараемся включить наше воображение. Человеческий род существует более миллиона лет, несмотря на то, что жизнь каждого конкретного человека ограничивается лишь несколькими десятилетиями. Жизнь как таковая сохраняется благодаря тому, что природой предусмотрена функция продолжения рода, функция размножения. Не очень-то увлекайтесь. Эту функцию обеспечивает одна из систем организма – репродуктивная. В нее входят наружные и внутренние половые органы и железы, вырабатывающие половые гормоны. В отличие от других систем, например, сердечно-сосудистой или пищеварительной, которые начинают полноценно функционировать с самого рождения ребенка, репродуктивная система до определенного времени работает, условно говоря, лишь частично. Половых гормонов вырабатывается ровно столько, сколько нужно для правильного формирования самих половых органов девочки или мальчика. Главную же свою функцию – зачатие новой жизни – репродуктивная система может осуществить лишь тогда, когда весь организм в целом, а не только половые органы, достигнет биологической зрелости. И костная система, и мышечная масса, и все остальные органы должны достичь определенного уровня развития и размера. Если, например, девочка имеет очень низкую массу тела, начало менструации у нее может значительно задержаться, поскольку для обмена гормонов, которые регулируют возрастной перестрой, количество жировой ткани имеет существенное значение. В центральной нервной системе есть некие биологические часы, которые примерно в 8-10 лет начинают отмеривать наступление периода полового созревания. Сначала в одном из отделов головного мозга, гипоталамусе, повышается активность нервных клеток. Они начинают вырабатывать увеличенное количество особых веществ, нейрогормонов, которые запускают цепь последовательных реакций. Под их влиянием стимулируется работа другого отдела головного мозга, гипофиза. А тот, в свою очередь, активизирует половые железы, яичники. Выработка половых гормонов постепенно нарастает. Внешне это проявляется развитием вторичных половых признаков. У девочек развиваются молочные железы, в области половых органов и подмышками появляются волосы, формируются характерные женские пропорции тела, узкая спина, широкие бедра. Наряду с этим в яичниках девушки происходят невидимые глазу, но очень важные процессы, которые постепенно приближают ее к новому жизненному этапу – появлению менструации. Именно в яичниках вырабатываются половые гормоны. И именно в яичниках созревают уникальные женские половые клетки, которые при взаимодействии с мужскими половыми клетками создают новую жизнь. Уже к моменту рождения девочки яичники содержат около 2 миллионов яйцеклеток, заключенных в микроскопические пузырьки – фолликулы. Представим себе, да вот хотя бы, огромную яблонь, на которой выросло 2 миллиона яблок. В течение первых лет жизни большинство фолликулов с яйцеклетками погибают, и к 12-13 годам их остается около 300 тысяч. Последующие 30-35 лет жизни женщины погибнет еще 99,9% яйцеклеток. А оставшиеся, это всего лишь 0,1% яйцеклеток, могут быть оплодотворены и дать начало новой жизни. Когда увеличивается выработка гормонов, в яичниках начинает активно развиваться группа фолликулов. За 8-9 дней среди них выделяется самый большой, лидирующий фолликул. Он продолжает расти, подавляя развитие других. Именно в нем находится яйцеклетка, которой, возможно, предстоит стать источником потомства. Примерно на 14-й день происходит разрыв фолликула. Яйцеклетка освобождается из заточения и попадает в брюшную полость. Этот феномен получил название овуляцией. С этого момента яйцеклетка становится доступной для оплодотворения. Чтобы яйцеклетка не затерялась, ее тут же подхватывают ворсинки одной из маточных труб. Мельчайшее сокращение стенок и движение находящихся в трубе микроворсинок обеспечивает медленное продвижение яйцеклетки по трубе. Если оплодотворение не происходит, яйцеклетка попадает в полость матки и там растворяется.
В течение всех 14 дней созревания фолликула и путешествия яйцеклетки изменения происходят и в самой матке. Она тоже готовится к возможному оплодотворению. Наружный слой слизистой оболочки полости матки, эндометрий, начинает разрастаться, наполняется жидкостью и секретом специальных желез. Эта оболочка должна стать надежной периной для оплодотворенной яйцеклетки и развития зародыша. Если оплодотворение не происходит, количество гормонов резко уменьшается. Без гормональной поддержки эндометрий начинает отторгаться. Питающие его кровеносные сосуды разрываются. Кровь из полости матки попадает в шеечный канал, затем во влагалище и, наконец, вытекает наружу. Начинается менструация. Начиная с 13-14 лет, такие процессы происходят в организме девушки циклически, каждый месяц. Поэтому период с первого дня одной менструации до первого дня последующей менструации называют менструальным циклом. Его продолжительность может варьировать от 21 до 35 дней. Ну ладно, я вижу, что для начала информации предостаточно. Пожалуй, устроим перерыв. Ага, значит, можем продолжать. Похож. Надеюсь, вы еще успеваете и записывать. Если нет, то я могу говорить помедленнее. Итак, на чем мы остановились? Ах, да! Появление менструации – своеобразный сигнал о готовности организма девушки к возможному наступлению беременности. Однако, лишь примерно к 18 годам, то есть к моменту окончания периода полового созревания, почти все менструальные циклы сопровождаются выходом из яичника созревшей яйцеклетки. А в течение нескольких первых циклов овуляции может и не быть. Определить дни овуляции можно достаточно точно. Для этого в течение месяца нужно следить за показателями температуры в прямой кишке. Ее колебания отразить на графике. Показатели температуры зависят от уровня половых гормонов, вырабатываемых в яичниках в разные фазы менструального цикла. Эстрогены в первую половину цикла снижают ее. Прогестерон во вторую половину цикла повышает. Соответственно, этому до овуляции температура колеблется около 36,4 градуса Цельсия, а после овуляции около 37 градусов Цельсия. Обычно за день до овуляции отмечается максимальное снижение температуры с последующим резким повышением в день овуляции. Понятно, да? Хорошо. Для чего нужно знать и уметь отслеживать дни овуляции? Прежде всего, для того, чтобы иметь возможность выбрать благоприятный период для зачатия в случае желательной беременности. Учитывая, что жизнеспособность яйцеклетки после овуляции сохраняется в течение 48-72 часов, по графику можно точно рассчитать день, в который может произойти оплодотворение. Точно зная нужные дни, можно с особой ответственностью отнестись к своему поведению в этот период. Прежде всего, необходимо отказаться от алкоголя. Не делать рентгеновских снимков, дабы не подвергаться облучению. Не использовать сильные лекарственные препараты. И вообще, лучше не курить. А уж о наркотиках и говорить нечего. Все это – обязательные условия для того, чтобы ребенок родился здоровым. И наоборот. Ну, то есть, если наступление беременности нежелательно, знание дней овуляции позволяет предупредить зачатие, применив в этот период презерватив.
или гормональные препараты. Или просто отказавшись от половой жизни на это время. Надо сказать, что менструация – лишь видимое проявление биологических процессов, которые в циклическом режиме протекают в репродуктивной системе женщины. Под влиянием яичниковых гормонов циклическим изменениям подвергается весь организм. Вот почему у молодых женщин во время менструации нередко снижается трудоспособность, ухудшается состояние кожи, возникают резкие перепады в настроении. Многие серьезные заболевания, сахарный диабет, патология щитовидной железы, нарушение функций надпочечников, печени и другие могут вызвать сбои в работе репродуктивной системы, которые проявляются в нерегулярных менструациях, их болезненности, обильности или, наоборот, скудности. Иногда нарушения репродуктивной системы могут быть не столь демонстративными, но их последствия очень значительными. Бесплодие, неспособность женского организма зачать или выносить ребенка может быть связано как с гормональными проблемами, нарушением функций гипофиза, гипоталамуса или яичников, ведущих к нарушению овуляции, так и с патологией маточных труб или матки. Кроме того, нарушения овуляции могут быть вызваны и воспалительными процессами в половой системе. И в том, и в другом случае, даже при отсутствии видимых проявлений болезни, наступление беременности становится невозможным. Именно поэтому состояние здоровья девушки в детстве и юности, профилактика половых инфекций и воспалений половых органов, своевременное лечение заболеваний других органов и систем имеет большое значение для возможности зачатия и рождения здорового ребенка. Да, совершенно правильно. Вот это отличный рисунок. Ну что же, если этот материал вы усвоили, пойдем дальше. Ну ладно, отдохните пару минут, а там и продолжим. У нас впереди еще очень много важного, так что недолго. Ой. Алло? Да. Ну что, можем продолжить? Хорошо. Теперь поговорим о том, как именно происходит процесс оплодотворения. Яйцеклетка – важный, но не единственный участник великого процесса зарождения новой жизни. Сперматозоиды, мужские половые клетки, являются полноправными партнерами яйцеклетки. Их встреча происходит в маточной трубе, куда яйцеклетка попадает вскоре после овуляции. Но до этого сперматозоиды проходят довольно долгий и непростой путь. В мужской сперме, которая попадает во влагалище женщины, содержится около полумиллиарда сперматозоидов.
похожие на микроскопических головастиков, шевеля жгутиками, они стремятся попасть в шейку матки и затем в ее полость, поближе к внутреннему отверстию маточных труб. Сделать это удается далеко не всем. В саму трубу попадает примерно 100 миллионов сперматозоидов. Один из этих миллионов сперматозоид-победитель сможет проникнуть сквозь внешнюю оболочку яйцеклетки и оплодотворить ее. Эта встреча может произойти в течение нескольких дней после овуляции, пока яйцеклетка находится в маточной трубе. Во все остальные дни менструального цикла участь сперматозоидов не завидна. Все они погибают. Процесс зарождения жизни очень сложен, и каждому из нас повезло, что когда-то тот самый сперматозоид и та самая яйцеклетка оказались в нужный момент в нужном месте. В ином случае вместо нас мог появиться на свет один из миллиардов наших возможных братьев или сестер. Как только сперматозоид и яйцеклетка объединяются, образуется совершенно не похожая ни на одного из них клетка с единым ядром. Это первая клетка нового существа. Она начинает стремительно делиться еще в маточной трубе. Вначале на две клетки. Затем каждая из этих двух еще на две. И так далее. За 3-4 дня движения оплодотворенной яйцеклетки в полости матки она успевает разделиться много-много раз и превратиться в комочек из большого количества клеток. Примерно на 7-й день после оплодотворения он прикрепляется к уже подготовленной перине, слизистой оболочке матки, и начинает впитывать из нее питательные вещества. И с этого момента становится зародышем. Зародыш начинает стремительно развиваться. На 16-й день плод состоит из нескольких тысяч клеток, а по размеру он значительно меньше 5-копеечной монетки. На 36-й день видны глаза и уши. Скелет начинает приобретать свою форму. На 60-й день плод начинает шевелиться. На 120-й день плод уже похож на человека. У него есть кожа и волосы. Его мать чувствует, как он шевелится. А на 266-й день из двух слившихся когда-то половых клеток вырастает полностью сформировавшийся красивый ребенок.
Нам осталось лишь одно. Позови меня в кино, улечу с тобою я в разноцветные края, ляжем рядом на песок и продолжим наш урок. Да, несомненно, рождение ребенка – это великое чудо и огромное счастье, особенно если родители ждали этого ребенка. А если семейная пара еще не готова к рождению ребенка? Ну, зная особенности женской физиологии, умея отслеживать дни овуляции и дни благоприятные для оплодотворения, можно вести регулярную половую жизнь, контролируя возможное зачатие и не допуская его. Однако, без использования специальных методов предотвращения нежелательной беременности полностью застраховаться от случайностей довольно трудно. И поэтому очень часто молодые женщины прибегают к аборту. Операции, в результате которой уже зародившаяся в них новая жизнь, прерывается на самом раннем этапе, этапе развития зародыша. Эта операция приносит женщине и физические, и психологические страдания. К тому же после абортов часто развиваются гормональные нарушения, могут возникнуть заболевания половых органов и молочных желез. Поэтому любой врач подтвердит, что нежелательную беременность разумнее и легче предупредить с помощью современных средств контрацепции, чем впоследствии ее прерывать. Одним из наиболее эффективных, а потому чаще всего используемых женщинами контрацептивных средств являются современные гормональные таблетки. Механизм действия гормональных контрацептивов заключается в торможении овуляции. Под влиянием препаратов блокируется выработка гормонов в гипоталамусе, что приводит к их последовательному снижению в гипофизе и яичниках. Низкий уровень гормонов не позволяет яйцеклетке покинуть фолликул и попасть в маточную трубу, а сперматозоидам встретиться с яйцеклеткой. Есть препараты, которые используют только после полового акта. Их врачи рекомендуют применять при редких или случайных половых контактах. Для постоянного использования эти препараты не подходят. А вот при регулярной половой жизни гормональные таблетки нужно принимать с первого дня менструального цикла в течение 21 дня, после чего делается перерыв на 7 дней. Затем прием таблеток следует продолжить в ежедневном режиме, не допуская пропусков. Если по какой-то причине таблетка все же пропущена, прием следующий зависит от времени перерыва. В случае, если перерыв не превысил 12 часов, нужно просто принять забытую таблетку, а на следующий день возобновить регулярный прием. Если перерыв превысил 12 часов, необходимо принять две таблетки, а последующие принимать в обычном режиме. При этом в эти дни желательно использовать дополнительные методы предохранения. Многообразие предлагаемых фармацевтами гормональных препаратов позволяет подбирать нужные таблетки с учетом индивидуальности любой женщины, в соответствии с ее возрастом, количеством детей, сопутствующими заболеваниями, жизненными привычками. Современные гормональные контрацептивы очень надежны и безопасны. Они не вызывают тошноты, не увеличивают массу тела, не оказывают отрицательного влияния на здоровье женщины и ее будущих детей. Именно поэтому их могут применять и молодые, не рожавшие женщины. Жизненный путь каждого из нас когда-то начался благодаря встрече двух клеток. Судьба подарила нам шанс появиться на свет. И одно из главных предназначений нашей жизни – продолжить человеческий род. К 16 годам девушка биологически готова выполнить свою репродуктивную функцию – забеременеть, выносить ребенка, родить его.
Однако для создания надежной, полноценной семьи и воспитания ребенка нужна не только биологическая, но и нравственная, социальная зрелость. А это достигается в значительно более старшем возрасте, когда люди уже готовы ко встрече с тяжелым прессом всевозможных жизненных проблем. Вот так, мои дорогие. Ну, пожалуй, и все. Можете собираться. Надеюсь, урок усвоен вами хорошо, и самое важное, вы успели записать. Но главное, вступая во взрослую жизнь, научиться пользоваться своими знаниями и делать сознательный выбор. Это позволит сохранить здоровье и защитить свое будущее.